Здравствуйте, друзья, товарищи! В магазинах «Пятерочки» появилась новая акция. Магазин сокровищ, монеты удачи. Вот здесь вот у меня их 45 штук. Одну я вскрыл, посмотреть. Вот такая подкова попалась. Такие довольно неплохие жетончики. Выдают такие в магазинах при покупке на 600 рублей. Но можно приобрести где-нибудь на Авито. Продают такие рублей по 20, по 25. Какая здесь будет? Вот такая вот. Там одна с пятерочкой, как всегда, самая редкая, самая дорогая. Какие-то цветы тут нарисованы. Журавль, что ли? Вторая монетка. Третья. Интересно, попадется ли здесь редкая пятерочка мне. Так, это рыба. Цифра 2. Продают там под эти жетоны альбом в магазинах. Стоит он 350 рублей. Не знаю, я, наверное, в простой монетник положу их. Так, тут жаба. Вот такой вот монетник. Положу их сюда. Здесь у меня уже есть несколько жетонов. Они туда очень хорошо войдут. Но если совсем захочется, чтобы было идеально, может быть, и куплю альбом для этих жетонов. Он картонный. Повторка. Так. Понятно. Повторки отдельно буду ложить. Здесь что будет? Тряхивайся. Ну, просто узоры с этой стороны. Вот. А тут это слоны, что ли? Да, слоны такие. Открываем следующую. Что здесь будет? Всего разных должно быть или 27, или 29 штук. Это надо поточнее посмотреть. Опять такая есть. Узорчатая. Могли бы что-нибудь поинтереснее, конечно. Предыдущая серия вот этих вот сокровищ, по-моему, поинтереснее была. Так, вот уже 7 разных монеток. Вспомним сейчас еще.
Вот такая вот только что была. Какая-то золотая. Золотая, да не та пятерочка. Но тоже неплохо. Здесь этот китайский кот, который рукой машет. Ну, если каких-то будет тут не хватать для коллекции, можно на Авито поменяться вон, докупить себе. Так, здесь ключи. Китайско-японская тема. Дальше. Да, такая уже была. Четвертая повторка. Дельфин. Больше рыбы, птицы, больше тема животных тут. Черепаха. Ну, номер 4. Это не по номерам, там по цветам еще отличается. Такая уже есть. Так. Не хочет открываться. Опять повторка. Есть. Такая уже третья. Такой еще не было. Тигр в горах. Так. А, такая рыба уже есть. Ну, что-то не рвется. Вот. Порвалась. Такая была самая первая у меня. Повторка. Здесь что? Сова.
Открываем следующую. Не хочет скрываться. Кто там? Да, кстати, несколько упаковочек сохранить. Такая уже есть с цветами. Повторка. Это другая рыба. А, нет, такая же. Что не так взял? Да, такая уже третья или четвертая. Сова повторная. Дельфинчик, тоже повторка. Какая-то золотая, но не пятерка. Рог изобилия, что ли, здесь? Надеюсь, больше повторок не будет. Ну вот, черепаха еще одна. Здесь опять сова. Подкова. Тоже сова. Здесь. Так, это птичка колибри. Неплохой жетон. Опять подкова. Опять слоны. Шанс найти в этой кучке золотую пятерочку, самую редкую, уменьшаются. Такая уже есть. Дальше. Следующий номер. Дельфинчик. Ой. Так, жаба. Тоже уже третья, четвертая. Цветочки были тоже. Только повторок. Вот дракон. Номер 1 или 7. Ну вот осталось 3. Сова. Опять. Здесь опять сова.
Очень много сов. Последняя. Последняя. И опять сова. Вот. В общем, получается из 45 штук вот это вот все повторки. Столько повторок. А вот это вот коллекция. Ну, начало положено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ну, больше половины собрано. Вот. Ну, если дособираю полную, то сниму про это видео. Спасибо большое. Всего доброго. Если хотите, подписывайтесь на канал. Если хотите, ставьте лайк. До свидания.